Все больше дохнут. И это еще ленхи. Самые неживучие классы, на которые больше всех хила уходит. Ну не знаю, может контент какой-то где это. Я играл рогой, не знаю, не заметил проблем с живучестью. Вот, например, на Синдре вот эта АОЕшка даже под взрыв вот этой фигни обжигающего холода рога может выживать. Там прожимаешь способность, есть такая, ложный выпад называется, и там на 6 секунд, по-моему, снижается весь урон по площади на рогу на 50% снижается. Ну, понимаешь, когда ты играешь за хила, ты видишь рейд, ты видишь, что просаживается очень Не, ну это сильно. да. Это я знаю. И за хила играл, и за рогу. Когда рога стакает на Синдрагосе обморожение и смотрит такой 20 стаков и продолжает бить, ну тогда он падает. За такое люди ГП получают. Ты напомнил ребятам про фласки, про фулчарки, которые есть, нужно должны быть у всех и по фулу. Фласки, припоты. И так 2 КД уже сходили, без фласов, без камней, там половина, даже не половина, даже больше народа было. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, а Трига с пекой в Элема, Войд? Да, я знаю. Он зайдет? Во сколько он зайдет? Ну, Шамик будет где-то минут через 10, я думаю. Он с работы едет еще. Ну, есть Элем у него. Фьюдж должен быть. Он готовит сейчас хавать. Сейчас он закончит с готовкой, будет по-любому. А куда без ревнул? Что-то пишет скипнет. Что скипнет, не знаю. Куда все паладины делись? Я не говорил. Сейчас ему напишу, он пойдет. Меня Локи радует, что стабильные ребята. Локи хоть есть. Танк есть, вот Влад есть. Ну, блядь, танка, конечно, лишний. Я не знаю, к какому времени я уже шмот на сову там соберу или нардру, не знаю. Полшмота нету. Эргера. Мотивация. В принципе, за 1 КД ты собираешь полностью. За один день можно собрать спек. Да я вот сегодня прошел, а это видишь, это же время. Вот я, допустим, сколько сегодня был? 2,5 часа где-то я проходил все. Ну, можно не ходить 20-ку бесполезно, пройтись 2 раза, 2 дня по регерам и собрать полностью весь спек и зачарить его спокойно, хватит. Ну Не вот и все. голды. Ну. И, короче, понимаешь, оно же не всегда все выпадает на тебя. Ну там Я что-то не про это должно. говорил, я про то, что за УД можно взять. Ну да, из-за вот этой вещи. Ну там опять же не все вещи есть. Ты не за агро смотри, ты смотри за статов, которые тебе статов не хватает, то ты бери. Если у тебя проблемы с мастерством, бери с мастерством меч. Если у тебя проблема с меткостью, берешь с меткостью. В чем проблема-то? Добиваешь Ну, капа. самый оптимальный вариант возьми в самом начале, блин. Сейчас в рейтинг, ну. Вот это выбей из ролка. Как бы и не еби мозги. Но он мне линкует этот. Ну вот с Он... ним и ходи. Ну, у меня, допустим, меткость четко, блядь, кап собран. Я бы уже поменял бы. Другой поставил бы меч, но я не меняю. Потому что, блядь, если поменяю, я потеряю в меткость.
Танки очень зависимы от того, не именно на ГС собираться, предположим, а именно добивать капы, которые надо. Да, меткость Не надо 8. стремиться. Не надо стремиться к этому итем-левелу, просто надо собрать капы и все. И ты будешь лучше танчить гораздо, нежели больше ГС будешь. Мы, короче, в десятку сходили сегодня. Ну ДПС, как короче, у сходил? нас... Ну, представь, у тебя в рейде какой ДПС самый минимальный? 2 900. Ну вот, а у меня максимальный 2600. Ну, меня и ДДшеров. Ну так это легко сказать. Ну а как я их поменяю, если все уже с КД? Ха-ха, я бы был самый лучший в твоей десятке. Вот-вот. В смысле, блядь, все с КД. Сегодня первый день КД. О чем ты? Ну так а мы и сходили, мы с 16 до 19 ходили. Мы в ВС-ке... Ну, и сколько вы пронесли? Короче, знаешь, какая фишка? В ВС-ке дракон, который посередине, он яйца вызывает. И, короче, мы убили крайних драконов и слева, и справа. И оставили его одного. Ну, хотел плюс 2 сделать, а потом одного оставили. И, короче, получилось так, что этот... Блять, или центрального... Я, сука, уже не помню, какого я убивал. Но, короче, выпала шмотка 213-я. То есть, получается, один дракон оставался, и там трэш вызывался, маленький дракончик. И там 213-я выпала шмотка. Так он так падает. По-моему, она не падала. Падает. Плюс один, он падает. Одна шмотка 213. Если плюс два делаешь, там две шмотки и будет 213. Нет, нет. Нет, Одна, нет, отличаются. один дракон – это одна, еще одна 200-я шмотка. Два дракона – это одна 213-я шмотка. Да, точно, вот он правильно говорит. Вот я нажимаю, в Atlas Lute написано, если первый дракон, там может они по часовой считаются, типа первый это вот этот Может вот, быть. да, а средний, который вот посередине между двумя драконами, вот с него выпало вот это кольцо, по-моему, выпало. Какая-то хуйня выпала с него. Короче, 213, башка с него выпала или нет? Короче, я не помню. Так, Короче, что-то у тебя пати хуёво как-то раскидано сейчас. я вообще, ну, мне без разницы, я могу раскидывать хоть миликов, хоть РДД, хоть Сюда. кого-нибудь. Сюда. Редру будет? Сюда. Хоть какой-нибудь. Эрдру. Да, фьюдж будет. Эрдру, а не хан. А, Эрдру? А где этот, блядь, богоспособен, блядь, или кто он там, нахуй? Ну вот Не, у он. него пока не разбанили еще пока. Там что-то, не знаю, сейчас напишу ему. Не, я не про иррационала вообще-то. Он был в десятках, а сейчас, не знаю, может, в офисе. Black Dark, сова будет к 9 только. Можно, в принципе, пойти в 24, потом его добрать просто, да и все. Короче, мы там чё, на Хейгане повайпались. Ну, это паучьи закрыли. Блять. Сколько он кастовал рой насекомых? Раза 4 кастовал. Он, блядь, под конец уже добивали, он четвертый раз его кастовал, блядь. Анубрикан. Пиздец. О, я думал, доза забухал. Не забухал, все нормально. Ладно, я по работе тоже вроде бы более-менее раскидался. Сейчас, думаю, будет полегче. Там буду добирать, кто желает побегать. Потом после 25-ок по десяткам, ради бога. Если нормально народу соберется, желающих, соберу, свожу. Ну а я как бы что тебе сделаю? Ну, у меня нет цели собрать тех, кто 5К дает, и провести их по десятке, закрыть десятку. Ну, я не знаю, мне как бы пофиг. Цель-то не в ачиве, цель того, чтобы люди пришли и какие-то шмотки забрали 200-е. Поэтому я выхода не вижу. Ну пошли, закрыли сколько закрыли. Да Все. пребудет с тобой свет. Завтра тоже пойдем добивать. Не, я тебе не про то, ну просто, а вот эти все ребята, они какие по ЛЛ? Ну 200-й там. Ну просто 200-м давать 2000, ты сам понимаешь, что это смешно, блядь. Ну, а там шмот, понимаешь? Ну, Да похуй, какой шмот, блядь. там, Я короче, танком почти 2000, блядь, даю. не, О там, чем ты? понимаешь, там такая фигня, что шмот, допустим, на ШП с духом, всякая параша с этого, как он называется, с пятерок, с РЛК, с этих.
Ну просто санина, а не шмот. Ну плюс 0 камней, 0 чарок там, блин. Чтобы ставить камень топовый и чарку хотя бы какую-то, не знаю, это нужно чтобы... А зачем ставить топовый камень? Возьми ты хотя бы зеленый алкашный поставь, который на ауке стоит 50 голды. И не это, и не делай мозги никому. Вот, ну а тоже там шмот такой, что в него, блядь, ну смысла ставить нету просто. Не, ну они ставят, как бы, со временем ставят. Так, что ты мне? Так, а вот этот землеправителя, да, сделать? Короче, кто травники есть, там пошукайте. У меня этот. У Содиума, по-моему, тоже мастер эликсиров. У меня мастер эликсиров. Что там? Танковские фласки. Это что это? Как он называется? Северный лотос. Потом лечит цвет и жизнь кристаллизованная. Так, на силу атаки золотой клевер лечит цвет северный лотос. Ну и на СПД. А ну сейчас поезжай. Ген. А ты можешь мне сделать штучек 5-6 фласок танковских? Гена, Содиум. О, Лакримыч, если дашь, будет то замечательно. Я отошел минут на 5. Пока добираете. Челик пишет, на Энхе играл с БК до Пандарии. Тебе что-то нужно? До встречи. Там пир-то со скольки? 450, да, вроде бы? Надо. Да, да, 450. Наверное, не успею поднять.
большое спасибо. Что там, сразу в общий чат вливайте цель. Всем хао. Да, здорово. Это паладин, который, да? Да, да, да. Что-то у меня нет прав даже ник сменить. А все, я дал роль. Вроде сейчас должно быть, проверь. Да. Да, замечательно, все. Погоди. Влад, я не с ума, я сейчас фласки сделаю себя. Ну, можешь там, если время есть. Хотя ты, наверное, сейчас что, качаешься. Хотя это первый персонаж на серве. Не-не-не, есть Энх 74-го. Но говорю, пока я Энха качал, ну, до 70-го в хиле, настрадался, что танков нету вообще. Танков очень много. Ну, может, какая-то масса уже прокачалась до 80-го и хер забили. Сейчас же это, на 80-м уже сидят на контенте. А в гильдии у вас как по танкам? Ну, сейчас три танка в рейде у нас. Хотя надо два. Они не нужны вообще. Больше твой хил зайдет, нежели Энх. Это я тебе стопудово говорю, как человек, знающий этот контент, этот сервер 335А и игроков на этом сервере. Энх это... Ну это, я не знаю, один из тысячи, что попадать будешь. Но это надо, во-первых, круто играть. Во-вторых, это надо, чтобы было место для этого Энха, то есть... Ну понятно, я просто Энхом играл, скажем так, с БК. И, ну, всегда, да даже сейчас вот на классике Энхом гонял. Ну, Энхи — это бесполезный класс, они ничего не дают рейду. Короче, обычный милик-шаман. Ну, косты сбивать может, там что-то еще. Ну, ДК, ДК намного лучше будет, и ДПС он даст больше. А косты Энх на расстоянии сбивает. И когда меньше. И Элем РДД он будет более полезно, нежели Энх. Ну да, Элем получше Энха будет. В плане для рейд-лидера. Это понятно. Я просто, например, хилить, ну, могу, но я это особо не люблю. То есть, знаешь, это, меня бесит позиционироваться как хил. То есть, ты должен стоять где-то вдалеке, в безопасности, там, ну... Не умею, всегда на рожон лезу. Ну я не знаю, я вот раньше, в 15-м году, тоже играл одним классом, варом, фуриком. А потом всеми поиграл, ну, за 2-3 года где-то. Ну, большой сложности я там не нахожу. Единственное, что за кота там жопу босса искать сложно и все, больше сложностей нет. Бафы раздавать за паладина, я не знаю, чё люди... с этим мучаются, это так легко. Я вообще не понимаю. Можно хоть на хилботе это настроить, особенно если там ДПС, и тебе хилить не надо. Короче, я так понимаю, слот Шамику, и получается Шакит, наверное, придет. Захожу. Это сова. Давай. Ну, наверное, трик. Пока что трэш, я думаю, ты все-таки в Эршаме побудь, пока у нас... Давай, сумой, я тут. Шкаф поставьте. Надо сумой.
двигайте. Магов нету. Ну, магом точно не играть скучно. Хилом в этом плане, опять же, интереснее. Эрдру нужен. Без Эрдру опять встанем. Проблема будет. Ну, из ничего Эрдру не сделать. Там, я не знаю, без камней и бичарок смысла нет. Хоть сам иди перекачивай, руля одевай. Угу. Не, я сделаю, но это опять же, это надо собрать этот шмот. Т7 этот купить у Дэна. Я про себя говорю. Давай, Сумон, дайте, пожалуйста. Я сладко все купил. А у Шаки-то что, второй спек? Какой прогресс там? Может, рту ему собирается? Не надо, сова лучше, удобнее будет. Он у него ДПС хороший, зачем его спекать-то? Собирается, но пока еще не собран. Войт, ну блин, такого ДДшника спекать хила, не, это забей. Это когда если вообще уже будут проблемы какие-то там, и то это маловероятно. Лучше хоть хила найти. Там и хил будет нормально. Я просто вижу уже сегодня 3 цепухи на лоудхибе, блять, и все. Три шамана, которые цепухи кастуют. У кого есть этот чарка на ботинке Кулькара, потом рез я дам, какие надо. Элем сложный класс? Да ладно, ты угораешь. А что ты хочешь? Тьюдж, про хантов и рок. Выйдет. Я знаю, у кого есть. Я просто спрашиваю, у кого есть реги с собой, кто может зачарить. Если нет, нет. Если у людей нет чарок, значит, с собой регов. Они не отвечают, молчат, значит, все. Не могу присумонить. Капустка пангал, Тори, сумонитесь. Ну, заплатки на ловкость. Получается, на ноги ловкость и выносливость заплатку надо. Однозначно. На меч. У меня тоже она есть. Она у меня тоже есть. На наруч лучше выносливость бафни. На плащ лучше защиту, ну, броню, чем ловкость. Броня тебе больше даст. И у тебя еще метасакет вроде не работает. У тебя красного камня нету или есть. Так, я тут. Это, Влад, ты это, говори, короче, я потому что напизделся сегодня. Посижу там и по это потыкаю. Ну, в смысле. Ну окей. Пойдем. Окей. А, Трига, спека и Велима. Шамик заходит уже, он мне сейчас написал. Да. Нет, пожалуйста. В 4 хила пойдем. 5 не нужен.
Тагариус, потанчи пока чуть этот трэш. Я быстренько попытаюсь перекусить. Хотя, ладно. Мы-то... А чё ты решил не с ОСки начинать? А суманули в Накс, я хуй знает. А, понятно. Суманули в РЛ в Накс, мы с ним пойдем в Накс. Слушай, это, кстати, прикольно. Пусть рейд сам решает, куда идем, правильно? Нормально. Да, какая разница, блядь, Накс, ОСка. Ну, так-то да. Другой день закроем, чё на там полчаса. Слушайте, отвлеку вас. Получается, я так понимаю, что хилы у вас все равно в любом случае в полном наборе, танки тоже. То есть кто вообще вам требуется, к примеру? Маги. Мэрдру и маги. Че, опять без Мэрдру, что ли? А свиток интеллекта взял кто-то или нет? О, ты че, вот, Айор, как у тебя дела? Я ж нормально, я тебе написал. А, да? Ну чё, тебя разбанили, не? Да. Разбанили? А чё? Да. А чё, чё ты не заходишь-то? Я охоту закрываю. Ну, челик на X2 хочет играть, всё понятно. Понятно. Ну сейчас я магика закрою, если дру не найдёте, могу зайти. У нас всё фулл. Да у нас пати-то фулл, просто можно было бы кого-нибудь это спихнуть. Ну и хер на вас тогда. Ну, вот так вот ты с нами, да? За меня не посидел. Слетайте кто-нибудь, купите свитки на интеллект. Сейчас слетаю. Как они называются вообще? Бля. Свиток интеллекта. Нет, свиток интеллекта это другое. Они вообще... Свиток магической концентрации. О, нет. Короче, не помню. Херня какая-то. А что хотели посмотреть? Я все понимаю, но что... Да, там Пэт от Лока будет их сбивать. Мы помнишь же, когда я на цирку... А, да. Все, не надо, значит. Шкаф, пожалуйста. Кто-нибудь. Один из Локов. Казалось, что у нас стаковый. Да, там же шпет волковский, точно я вспомнил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Человек без фласок. Это что ты считал? 16 человек без фласок. А, ну так еще не пул. Шакит, поставь рыбку, пожалуйста. Сейчас все посидят, покушают рыбу, потом пропьют фласки и начнем. Клизмы, банки и тому подобное. Ой, в Агримаре. Не хочет. Чего в Агримаре? Трик вилл пошел менять, он в Агримаре еще. А, точно. Сейчас трик вилл поставил. Я смотрю, у нас рога новый какой-то. Какие у нас комбо. Лол. Заметка, братан, да. ты сколько в комбате будешь дамажить? Сейчас увидим. Две с половиной? Побольше. Ну, сейчас посмотрим. Да, комбо. Кстати, комбо давайте шарну вам виклик. Может, кто-то забыл взять. Принимайте. Не за что. Он через рапчер играет, он должен нормально дать. А, ну хорошо, сейчас посмотрим. Не поверишь? Что
У меня сегодня плотный ужин. Посмотрите. Афролока? Афлика ты имеешь в виду? Давайте ставки делать, кто сегодня первый по ДПС будет. Блэк Дарк. Первый? Шакит. Шакит. До... Макс. Макс, ты как там? Макс. А кто последний тогда? Тут Рога? Последний будет Тагариус. Не, если танков не считать. Комбат Рога. Не, с даггером. Последний будет Пукич. По-любому. Ты меня звал, Ален? Да, Макс, я тебя звал. Рыба стоит хавать. А, этот, Макс, ты как сегодня? Хорошо себя чувствуешь? А что, ну, у меня пухла, блядь, левая, правая сторона лица, блядь. Наверное, сука, флюц этот, нахуй, хуй его знает, короче. Нихуя себе. Ну, топить меньше надо. Не, ну, реально пухла, пиздец. Я проснулся с утра, думаю, что за хуйня, блядь. Пол лица, блядь, пухла. Нихуя себе. Фух, так. Все, давайте, делаю РЧ. Перед, когда даю таймер на пол, пропиваем все фасочки. Тагариус. Тагариус писал, что таблетку надо пойти выпить. Доза. Да сейчас таймер дам тогда. Они не поели просто, Влад, я про это говорю. А. Хавай, что за прикол? Ну, такое бывает. А есть у кого лишние фласки? Ну, лишние вряд ли есть. Это у меня на АП есть. Сорок минут был сбор. Mm-hmm. Вот. Ну, то же самое, вернулись то, что было на X3 у нас. То же самое, люди не могут собраться к рейду, никак. Вообще ничего не меняется. Ну, сейчас посмотрим. Ну, видишь, пока еще людей добирают в гильдию. Надо активнее просто заниматься добором и идти. Ну, как бы можно стартануть там -2, -3 человека, дождаться просто тех, кто будут. Все, даю таймер. По стражникам сыграть. Все по стражникам. Ближе ставь его, вот как я своего поставил, тогда лишь. На этом боссе не будем герой сдавать, сдадим на панели. Ну, с ДПСом и так все хорошо. Отрубил вас мышка. Слышно, нет меня? Да, слышно. Все нормально. Угу. А нет, ты гляди, он... Пукич обгоняет Блэк Дарка пока что. Потому что Пукич гений игры, блин. Да жестко. Жесткий ДПС еще идет, просто пиздец, не вебины. Так, Гариус, спасибо, брат, но таунтить босса не надо. В все убежали, все убежали, все убежали. Большого потом заберете. Все, большого все сыграли.
Ну, как я и говорил на последнем месте, Пукич. Фурики сейчас не актуально. Перебивайся, Варс. Фурики сейчас реально не актуальны. Без арпа фурики это говно. Говорю тебе как довольно-таки опытный прот фурик и арп. У меня 4к ДПС на фуре сейчас. Ну, 4 нормально. У тебя сейчас 2900, братан. Я Лилихаммер. Я второй фури. А, Лилихаммер. Да, 3600. Ну, это тоже мало. 4, блядь. В армсе ты можешь давать где-то 4200-4300, если нормально соберешь. В том-то и фишка, что там еще не собрать. Да, надо просто ходить, убиваться, собирать. А тогда без этого. Андрей, Тагариус, спасибо. Это знаешь, что Тагариус? Это называется правильная как там, защита, да? Да. Когда ты нажимаешь на моба, и этот моб висит на болтуре. На втором танке, да, то есть шанс, что ты заберешь это. Уходите все в трусы. Все, добили. А, добили, ладно. Ткань, латы. Вот, кстати, крит-хаст пиздатые просто на ретрико-сапоги. Кто-то хотел там кожаные забрать. Зачем, блять, кожа? Вот сапоги, блять, на ретрик. Соки там грит хас нахуй, ебанулись что ли, блядь. Где тут? А. Ошибся. Чуть-чуть. Это, потанчите, потанчи пока Тагариус. Сейчас я перекушу, микро выключу пока. Сейчас уберу. А вот эти вот все шмотки с рейда, они потом типа подбираются, или как это вообще работает? Которые падают? У меня тоже, видишь, показывают. Ваши дряхлые жизни, ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина – величайшая доблесть.
шаманов попать. А что там, фир на фаерлине только? Влад, а скинь шамиков по пальчику. Так, теперь я снова здесь. Значит, смотри, по поводу системы ЕПГБ, соглашусь с ребятами, как бы, ну, неправильно будет отдавать кому-то без ГП, кому-то с ГП и так далее, или предлагать там эту шмотку, давайте по РОВу или по ГП. То есть, если ты уже решился на ЕПГП, то сразу же берешь, и все шмотки отдаются по ГП. Единственное, если получается... Меня слышно сейчас? Да. Хорошо. А, если да, если за ГП никто не хочет, ну, пожалуйста, все, оставь себе, либо отдай вот любому чантеру, чтобы он сразу при тебе их распылил. Ну, чтобы вопросов не было, в правилах сначала прочитайте, что к чему. И желательно вне рейда это делать. Ну так я хз, раз уже начали раздавать шмотки, как-то будет обидно получать. Ну уже все остальные шмотки, блядь, по ГП. Если пара человек уже получила свои просто так. Там написано, какие шмотки раздаются только за ГП, а какие раздаются без ГП. Ну, понятно, ладно. Только, давайте таймер. Только после рейда с этим займемся, ладно? Первый, получается, давай доза. Короче, доза, посидишь на мобе. Все, даю таймер. Пех, выключи. Аспект включи. Аспект выключите, пожалуйста, ханты, блядь. Я не ношу аспект, это долбоёбский. На уешке мы стоим аккуратно. Бывает, фиш. Бешенство, готовься, да. Давай. Вот меня выкинул. А почему? Заебись, вовремя тебя выкинул. Любой, блядь, из пистов кастаните нахуй. С
Снимите бешенство, сейчас, блядь, вам всех танков положит. Алло, блядь, доброе утро, нахуй, проснулись. Не последователей, служителей. Снял, снял. Чё там по Гере? Блядь. Да, давай Геру бить. Я пошел дальше вместе. Мир нужен. Давайте, давайте, добивайте уже, босс. А что тут с добывом, я не понимаю, блядь. Что было до бешенства еще 20 секунд, а нам, блядь, раньше кидали. Тебя, это все выходит. Да нет, вроде по таймеру бешенства работает. Резко попавший. Стали прохилились, пошли. Можно там на ходу побафаться, а то мне как-то некомфортно. 36 кхп. Ну, то вообще не под ханта, то под НХ. Ну да, я посмотрел ловкость именно ханта. Потом после рейда скинешь этот ЕПГП своё. Создум, отключи ты эту хрень тревор, блядь. Допустим, вот я проебал ролл. Что там ролли? Блять, ну как вы так бегаете? Ну объясните мне, ребята, ну алло. Почему я спокойно, блядь, пробегаю вдоль стенки, нахуй? Со мной, блядь, пробегает 3-4 человека, и вы цепляете, приводите весь трэш. Вот, так ты сам распределяешь, лучше что ты мозги ебешь-то. А там два шлема одинаковых. Ну так возьми просто, вон, блядь, отдай, да и все. Сам принимай решение и отдавай. Ты имеешь в виду не по ролу?
Да нет, причем тут это по рому, ну просто смотри сам там, вот ты просто пишешь, типа, если там совсем давно, отдайте бездарю. У тебя как бы отдача, сам смотри. Ну так я почему сказал, потому что вы там бьете трэш, и мне нет возможности посмотреть. Какой-то аддон был, который показывает, кто во что одет. Не помню, как называется. Ну, если тебе ее триггер. В следующий раз не надо прятаться за чем-то. На вас прохил не идет. Из этого умираете. Паладин и касочку, друиды, лапку дайте, пожалуйста. Успеем? Да, должны успеть. Но сейчас не будем, опять там полчаса стоять. Так, на этой стороне, вот здесь, сейчас я обратно шаманов, а, нет, в принципе, пусть так будет, пока что. Поставьте шкаф, засуньте рыбоцыпу. Я хуй его знает, зачем мне крест дали, я каску просил. Ну, кто-то решил вару дать крест, это ж, блядь, ну, важно. Профитно. Да, МП5 мне надо, да. А, фичи, рыбоцыпа, хавайте рыбу, сымите. Нажми. Ты Гариус тоже поешь рыбу. Так и заботлива мамочка. Кушай кашки. Фласочки, где нет мозга. Дюпанат. Леохаммер. Пукич. Вот здесь вот стоят пятая пати Шакит, плюс Стрик, плюс Доза. С той стороны стоят рыбоцыпа, Блэкдарк, фичи и капустка. Арчина готовность, поехали. Без таймера. Сколько у вас там дегеров? 3. Да, давай геру, там много кто падал, получил. Пусть хоть и бафнется. Главное, я с танков не курсим сразу же. Пожалуйста, проклятие, не проебуйте. Мелких собираем, Тагариус свой. Угу. Вот, Войд, подойди под морду, давай сделаем ротаун. На всякий. Вдруг если сдохну, чтоб не на РДД пошло. Угу. Все, забрал. Кокон разбили. Щит, держи на танке. Бывает.
Не успели снять. Я вижу. Я все вижу. Не, походу, не успеваем. Хотя хуй его знает, может, успеем. Гера может дать будет. Ну попробуем, хотя нет смысла. Ладно, Геру можно дать. Не, нет смысла. 7 секунд. Вы не успели бы 10% даже под Герой. Плащик, крит хаст СПД. Во второй крит хаст дух. Ой, крит СПД дух. Прикольно. Ну там один хиловский. Так. Ну пойдемте на чумку к Хейдену. Поздороваемся. Да забирай себе нового. А, вот ну, во второй странице я увидел. Ну, плащик, я думаю, лучше этот за ГП отдавать. Я заберу. Это надо. Да, фича. Фича второй. Все равно надо ролл смотреть, потому что ИП сейчас одинаково. Фича. Фича второй по роллу.